Сегодня у нас 23 декабря. Я еду в речной порт в троллейбусе, который уже украшен по-новогоднему. Сейчас где-то 8.20, 8.15. Захарий уже повернулся и опускает стрелу на север, чтобы поехать на юг. Захария видно, но чуть-чуть. Вот такой вид у нас оставшийся. Вот это я корабль видел, ребята. И видел на его борту пушки. Вот они. Так что это пираты. Они не смогли захватить Захария. Но думают это сделать немного попозже. Вот он. Ну, может быть, они будут его сопровождать до Херсона. Да, пиратский рейс. Погнал. Как она называется? Черная каракатица. Встретил этот корабль. И будем обращать внимание на Захария. Итак, в 9 часов 9 минут Захарий находится именно в таком положении, в котором мы его видим. Другого не дано. Приближаемся. Ну что, потихоньку они его будут опускать, стрелу. Когда они зарычат, мы включимся. Сегодня у меня есть какое-то время. Завтра не знаю. Как всегда, такие события назначают медицинскую комиссию. Закон подлости, закон падающего бутерброда, закон, под который попадает и Захарий. Что я могу сказать? Но стрела опускается медленно, но опускается. И сейчас мы немножко сделаем, несколько минут покажем вам это.
присмотрелся на пол, на бетонную конструкцию, и обнаружил вот такую зарисовку. Когда-то она была нарисована. Тут ребята пошли, они сразу, можно сказать, косяком. Я немножко пальчики отмораживаю. Я все-таки решил включить камеру на несколько секунд. Пусть это будет так, как есть. Делаю фото.